на височную долю, да, и тянем примерно под 10 градусов. Относительно оси тела человека на 10 градусов. То же самое проделываем с другой стороны. Далее мы растягиваем и шею пациента. Таким образом берем за череп снизу. Опять чувствуем тут качание. Либо на перепонке, да, между пальцами, либо вот на этом пальчике, чтобы череп вот так качался, да, то есть поймали его свободу. После этого просим человека сомкнуть глаза, рот, и можно ладонью, да, а можно, ну, я предлагаю все-таки мягкой частью, то есть плечи потянуть на себя, сама не прыгай, не тянись, горло мы не тянем, несколько раз вытягиваем на себя, потом экстензия, рефлексия вперед, под 45 градусов тянем вверх на себя, далее латера экстензия, флексия в бок, с ротацией под 45 градусов, то есть 45 градусов повернули, 45 градусов развернули, но так, чтобы кончик носа оставался на оси позвоночника, да? И теперь в сторону потянули, то же самое в противоположную сторону. И желательно такие подтягивающие движения сделать после окончания вашей мануальной правки, да, чтобы человек пришел в себя и дать ему минут, ну, несколько минут полежать. В следующем видеоролике мы перейдем к жестким тракционным методам, когда мы будем за череп вытаскивать, растягивая весь позвоночник. Но об этом в следующий раз, поэтому не теряйтесь, подписывайтесь на наш канал в Академии телесно-ориентированных практик. Да? С вами был Олег Алаф-Гудвин. До новых встреч, дорогие друзья!